Так, проверка записи видео. Снимаю на телефон Xiaomi Redmi Note 7. Посмотрим качество съемки. Январь месяц, 2020 год. Здесь надо будет засеять газонной травой. Убрали орех. Здесь орех рос кустовой. Решили его убрать. Это дерево просто украсили таким вот образом. Пойдем посмотрим сарай. Так, запись продолжается. Мы в сарае. В общем, здесь что у нас получается? Вот эти кролики, что бегают среди кур, это самые слабые кролики из помета. Их 4 штуки были. Вот если обратить внимание, уши на бок. Ну, практически вот у них у всех. У того и у одного кролика, вот у этого кролика, если присмотреться, у него ненормально растут зубы. Их приходится подрезать. В общем, этих кроликов будем убирать. Но они как экспериментальные у нас. В качестве эксперимента посмотрим. Я их кормлю уже, ну, примерно 3 месяца зерном для кур. И они себя чувствуют весьма неплохо, эти кролики. Он достаточно упитанный. То есть комбикормом я их не кормлю. Вот, пьют воду из ведра, из которого куры пьют воду. То есть вот такие вот кролики. Сюда я насыпаю песок. Для кур нужно будет еще песок насыпать. Уже все склевали. А вот зерно. В этот раз я запара не стал делать. Просто сделал зерносмесь. Здесь пшеница и ячмень. Кролики с удовольствием ее подходят, грызут. Ну, иногда подбрасываю яблоки. Покупаю в магазине яблоки и бросаю. И пернатые, и кролики с удовольствием их едят. Эти яблоки. Также очистки, например, от картошки. Лук, там, чеснок. Также не выбрасываю. Бросаю все пернатым и кроликам. И также куры и кролики все съедают. Так, ну, я думаю, достаточно. И еще напоследок, вот этого петуха и кур придется убирать. Почему? Потому что старые куры очень сильно конфликтуют с молодыми. Несколько раз пытался их выпускать из этой временной клетки. И, в общем-то, у них происходил конфликт. Друг на друга бросаются, клюются прям до краи. Вот. Но кур этих старых жалко. Они очень хорошо несутся. Ну, обогреватель не включаю. Тепловентилятор. По той причине, что на улице тепло. Где-то минус 1, минус 2, 0 градусов. Вот такие вот куры. Ну что ж, посмотрим. А вон там вот, если присмотреться, сидит кролиха. У нее появились кролята. Она сделала гнездо в сене, чтобы было понятно, вот это все гнездо. И вот где-то там сидят кролики. Сейчас не хочу туда лезть, но потом сниму
кроликов.